Привет! Санвэй Лагун в Куала-Лумпуре был построен на дне старого гранитного карьера, благодаря чему само место, включая водопад и спуски, выглядит очень естественно. Парк расположен на территории площадью 13 тысяч квадратных метров, а искусственный пляж содержит 6 тысяч тонн песка. Бассейны аквапарка оборудованы специальными насосными системами, которые создают волны высотой до 3 метров на радость всем серфингистам. Самый большой крытый аквапарк Tropical Island Resort находится в немецком Крауснике. Он может вместить в себя статую свободы в полный рост вместе с ее пьедесталом. Главная фишка аквапарка – большой волновой бассейн с песочным пляжем. Обстановка полностью имитирует морскую. Есть тут и отдельная теплая лагуна со своими мощными течениями и водопадами. Здесь гостям выделяется тропическая хижина, но ночевать можно и прямо на пляже, ведь тут круглосуточно поддерживается температура в 26 градусов. Самый северный аквапарк расположен в шведском Будене. Его особенностью является бассейн, расположенный на открытом воздухе посреди сугробов. Бассейн в буквальном смысле окутан паром. Основная площадь парка отдана нескольким другим бассейнам, а водные горки проходят в туннелях за пределами зданий, как будто те не смогли вместить все веселое буйство в себе. Этот аквапарк славен тем, что в нем расположен самый большой бассейн площадью 2 гектара. К тому же он волновой и с искусственным приливом. Располагается комплекс в канадском Эдмонтоне. В комплекс входит не только аквапарк, но и аттракционы, океанариум и собственное искусственное озеро, а также мини-гольф, тир, боулинг и картинг. Для взрослых есть казино и ночной клуб. Здесь везде царит лозунг «Величайший развлекательный центр на Земле», что кажется действительно правдой. В аквапарке Rapids на западном Палм-Бич вы найдете 29 захватывающих аттракционов, среди которых Big Thunder – самый большой водный аттракцион во Флориде, в котором вас засасывает воронку диаметром 20 метров. Вы можете скатиться с горки под углом в 45 градусов и промчаться в туннеле со скоростью 40 км в час, или же выбрать спокойное путешествие на надувном круге по реке, окруженной тропическими зарослями. Грандиозный прыжок или Epic Plunge – это 200-метровый тоннель, устроенный на норвежском круизном судне. Тоннель завершается большой воронкой, по которой отдыхающие смогут совершить еще несколько оборотов, прежде чем попадут в бассейн. В одном из городов штата Орегон появился весьма необычный аквапарк. Он находится в здании, на крыше которого установлен настоящий самолет Howard Hughes HK-1. Внутренние же интерьеры этого объекта также посвящены авиации. Здесь под крышей висят небольшие самолеты и вертолеты. Это, возможно, одна из самых спокойных водных горок в этом списке, но одна из самых впечатляющих. Чита дель Маре расположена в Италии. Она состоит из целого каскада бассейнов, соединенных крутыми спусками, последний из которых выбрасывает посетителей прямо в Средиземное море. L2 находится в Австрии. Ее окрестили первой горкой в мире с двойной петлей. После того, как вы падаете с футуристического модуля, вам нужно вынести 14-метровое свободное падение внутри 129-метровой горки. Первый склон с двойной петлей может вызвать небольшую дезориентацию, но именно он делает эту горку такой особенной. Этот аквапарк расположен в Китае, в городе Гуанчжоу. В Чимлонге находится самая длинная в мире искусственная река протяженностью 5 километров. Путешествуя по этой реке, вы сможете осмотреть весь аквапарк, а также у вас на пути будут встречаться различные препятствия, такие как искусственные волны, водопады, ледяная комната и так далее. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А в каком аквапарке хотел бы побывать ты? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.